Казахстане стартовал конкурс государственных грантов для НПО. Об этом объявили в недавно созданном Центре поддержки гражданских инициатив в Астане. Свои заявки неправительственные организации могут направлять до 16 августа. Выбраны 11 тематик, а общий грантовый фонд составляет более 200 миллионов тенге. В зависимости от сферы и масштаба на каждый проект выделяется от 14 до 30 миллионов тенге. Это новый инструмент именно в сфере социальной политики, потому что до этого был только государственный социальный заказ. По сравнению с ним, в рамках реализации государственных грантов у неправительственных организаций будет больше возможностей по, скажем, лавированию, более индивидуальному подходу к каждому проекту, чего не было возможности достичь в рамках государственного социального заказа. Мне кажется, что эта форма наиболее удобна, чем прежняя, потому что уже есть координирующий орган, которому можно будет направлять все свои вопросы, потому что раз от раза проекты, конечно, улучшаются, и у нас набирается опыт, но в том числе и есть определенные организационные моменты, которые возникают, и легче их, конечно, решить, когда есть координационный совет.